Номер 17, Денис Синяев, капитан команды. Номер 5, Игорь Бороздин. Номер 8, Артемий Малеев. Номер 28, Евгений Духнов. Номер 15, Иван Подоляк. Номер 88, Павел Есиков. Главный тренер команды Игорь Беляев. Начальник команды Игорь Гершун. Команда «Металлург Выкса», цвета черно-белые. Вратарь Артем Романов, номер 16. Номер 20, Семен Хокин. Номер 8, Сергей Макаров. Номер 23, Дмитрий Баулин. Номер 29, Павел Гизгизов. Номер 19, Алексей Небусин, капитан команды. Номер 17, Олег Быков. Номер 3, Аркадий Имреков. Номер 21, Виталий Аралин. Номер 9, Алексей Ковалев. Номер 11, Николай Хабаев. Главный тренер команды Дмитрий Голубев. Тренер Андрей Лысов. Начальник команды Олег Никулин. Сегодняшний матч судят бригада арбитров в составе. Судья в поле. Юрий Апанасенко, город Москва. Судьи на линии. Николай Еремин, Москва. И Илья Елиференко, тоже Москва. Резервный арбитр Дмитрий Сухов, Нижний Новгород. Инспектор матча Валерий Михайлович Матюнин, город Москва. Да,
Сейчас я настраиваю. Я в курсе, все, Саш. Работаю. Сделал. На точку тоже лично пропал пока. Внимание! Уважаемые болельщики! По сложившейся традиции, в перерыве футбольного матча состоится конкурс на лучшее пробитие пенальти. Победитель получит ценный приз – мультиварку фирмы «Филипс». Желающие могут записываться у Александра Ивановича Шевякова. Тормозить, да? Хоть так, сейчас еще поколдуем.
Приносим извинения за низкое качество трансляции. К сожалению, скорость интернета оставляет желать лучшего. Удар в сторону ворот ВИКС. Пробивает Игорь Борозди. Навес в штрафную. Ну, Ваня! Эх, Ваня Подоляк бьет чуть мимо ворот из выгоднейшей позиции. Вернейший момент не использовал куряне. Давай,
Подоляк пробил гораздо выше ворот. Пойдем, вы должны.
пока проходит с незначительным преимуществом курян, но в основном в центре поля. Ох ты! Перекладина выручает курян. Удар из ничего возник. Очень жарко, по-моему, так же, как и в Курске, поэтому судья устраивает водопой организованный. Внимание! Уважаемые болельщики, послушайте положение команд в зоне «Центр» после 26-го тура. Лидирует команда «Сокол Саратов» 62 очка. На втором месте «Воронежский факел» 53. Далее идут «Витязь Подольск» 51. «Динамо Брянск» 42, «Спартак 2 Москва» 40, «Подолье», Подольский район, 39 очков. 39 очков у «Липецкого Металлурга», он на 7-м месте. На 8-м «Калуга» 38 очков. 9-е место «Звезда Рязань» 31. 10-е «Зенит Пенза» 31. «Авангард Курск» 11-е место 30 очков. «Орел» 29, «Металлург Выкса» 24, «Локомотив Лиски» 23, «Металлург Оскол» 19, «Тамбов» 19 очков. Но не сумел Паша Есиков пройтить мяч, хотя боковой арбитр показал вне игры.
Уходи. Славный проход через полполя совершил Иван Подоляк, но, увы, безрезультатно. Yeah.
ну, деня. Пробей. Слева. Ай. Опасно пробил Виктор один, но вратарь отвел угрозу от ворот. Главой ворот Куря. От ворот. Ну, Паша, ай-яй-яй. В сантиметрах мяч разминулся со штангой хозяев. После удара Павла Йосика. Они выглядят свежее в это пекло. Yeah.
В игре игроки устроили водопой. Повторюсь, очень жарко. Внимание, уважаемые болельщики! Напоминаю вам, что в перерыве матча состоится конкурс на лучшее пробитие пенальти. Желающие, записывайтесь у Александра Шумякова. Ух ты! Убойный удар с угла штрафной Александра Воинова. Голкипер хозяев с трудом переводит мяч на угловой. Где-то так. Вы
одно. Ай-яй-яй. Внимание, в команде «Металлург» замена. Вместо Алексея Ковалева, номер 9, играет Денис Полин, номер 10. Стычка в воротах «Металлурга» небольшая. Не получил единственный голкипер хозяев. Возмущение вполне понятно. Что-то они все захромали. Солнце забивает гол. Внимание, гол в ворота команды «Авангард» забил Олег Быков, номер 17. Атаковали гости, а забили хозяева. Ко времени первого тайма внимание. Добавлено 3 минуты. К основному времени первого тайма добавлено 3 минуты. Слава Украине! 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 Слава Украине!
Ваня, Ваня. Дальние дистанции Павла Кадушкина. Мяч, задев кого-то из хозяев, отправляется на угловой. Еще один угловой ворот хозяев. Но! Да ёлы-палы! Как Павел Есиков не попал в пустые ворота?